Вчера, щоб міністра був з Льою. Ти? І що? Пізди почав. Стало нинче время непростое. Деморалізовані м'янти. Де ти піздець? Злий козловий сябріко, подвойські воє. Їбануться. В чемодані хуклянуть яни. Вертало вуши міністру. Знервувався Ігор в трубку ноє. Я, блядь, я в шокі просто. Поможи Віталька стішить боль. Піздець. В чемодані ха. Ой, сить міністру в уши, ой, ой, ой. Других слов не нахожу. В чемодані ха. Ой, ще не знаю, блядь. Сить міністру в уши, ой, ой, ой. Ты надо нахуй посылать. Все уши достану. Девять жизней моя, это воля. Кукота, блядь, нахуй. Киберпартизан, все злили. Ну и пиздец. Слышь, Виталь, возьми якого-небудь алкоголю и на море Минское свози. Хуй поймешь. Игорь, дороженький, кинь дурное. Других слов не нахожу. Голову такое не бяры. Уебище это, блядь. А про то и что? Уебище не знаю, блядь. Скажем, подрабили с Магары. И глушил ее сразу. А про то и что? Уебище не знаю, блядь. Скажем, подрабили с Магары. Он мне сказал еще раз, и я тебя по-двойски, блядь, кастрирую. Не кастрировали б только. Из-за этой сука. Ольки. Кепская у нас Виталя доля. Можем вельми добро отрасти. Сыщи министру мужи воля. Блядь, ёбище, сука, господи, прости. Прости, прости. Ту-ту. Женщины. Можно ставить крест на планы. Падлы. Гады. Яйцеголовые киберпартизаны!